Вот я в туалете, умывальник такой симпатичный. Вот туалет для инвалидов. То есть он тут же может помыть руки в своем же, в своей кабинке. Ну, в этом городе 90 тысяч населения. И вот напротив моего отеля стоял частный, наверное, частный. А там кто его знает, я не проверял. Короче, маленькие самолетики, аэродром с маленькими самолетиками. Наверное, частный. Короче, ты можешь купить и самолет, и кататься. Вот 90 тысяч жителей в этом городе. Аэродром. Там много было самолетов. Не 2, не 4, не 10, не 20. Много. Наверное, что-то, наверное, 50-60.